И всем привет! Мы продолжаем проходить игру Кастлевания Ария Печали. И в прошлой серии мы убили босса Головорез, получив его способность, которая увеличивает характеристики нашего персонажа. И, по-моему, мы сейчас получим способность ходить по воде. Это где-то рядом находится. А, нет, здесь она нам пригодится. Возможно, наверху тогда находится эта способность. Да. Хотел немного другое сделать. Ними немного сложно отстраться, потому что они летают, по ним нужно еще успевать попадать. Также мы встречаем тут новых противников. А я говорю бессвязные предложения. В общем, постараюсь наконец-то говорить более полными предложениями и не делать большие паузы. Думаю, пока у меня это получается. Но я имею в виду паузу не между, чем я говорил, а прям как сейчас было, когда заканчиваю предложение, например. Сейчас где-то... Да, сейчас 11 часов. Я немного подуставший, плюс еще стрим вел. Но скоро у меня пропадет микрофон ненадолго, и поэтому мне нужно записать как можно больше серий. А тут мы, видимо, все-таки не найдем способность. А, нет, найдем. Все-таки моя интуиция все еще работает. Да, мы получили способность Унитина ходить по воде. С помощью этой способности мы сможем проникнуть на некоторые части замка, плюс еще собрать кое-какие секреты. То есть одну вам, ну, один секрет, в который мы не можем попасть без этой способности, вам уже продемонстрировал, только я не знаю, что находится, и проверим, что я подобрал. Так, мы подобрали Хрэдинг. Ну, я так понял, он... Урон у него, конечно, меньше, но он отравляет противников. И в течение некоторого времени наносит им дополнительный урон. С одной стороны, и полезная вещь, а с другой стороны, и бесполезная. Так. Эта способность нам здесь, да. Нужно здесь активировать. То есть, вот пассивная способность... Она какие-то внешние, что ли. В общем, активно не используется. Она всегда работает. То есть для ее активации не нужно нажимать никакие клавиши или комбинации. О, я, по-моему, знаю, что здесь у нас будет. В общем, здесь будет такой особенный тип противника. Некоторым, возможно, это напомнит Кастлевания. Waterhaus. В общем, в Waterhaus, как и в ремейке, как и в оригинальной игре, там будет как бы что-то вроде босса. Зеркальное отражение главного героя. А здесь есть такая штука. То есть здесь есть какой-то монстр зеркальный. Он, если долго стоять перед зеркалом, он может напасть на нас, вроде как. Или нет?
Видимо, не хочет, либо это просто так. Для атмосферы. Ну окей. А возможно, он просто и не здесь атакует. Так, это у нас портал. Так, можно, в принципе, и дальше обследовать часть этого замка. Можно пойти уже делать прогресс в игре. А то будет как в предыдущей серии. Блин, не получается никак у меня. Только если вот так вот. Вот никак просто. Сам же нарвался. А, это я знаю. Нам сюда пока рано. Потому что, чтобы попасть наверх, нам нужно вот туда попасть. Точнее, как-то прыгнуть, нужен тройной прыжок. Но на самом деле нет. Я вам говорил уже о способности превращаться в летучую мышь. Вот здесь она как раз и пригодится. Ну, в принципе, нам тогда остается идти вниз. Ну, я сразу должен сказать, возможно, я уже раньше это говорил, но напомню на всякий случай для тех, кто вдоль и поперек прошел всю Кастельванию, Ария Печали. Я не знаю всех секретов. Да и возможно вообще малую часть их знаю. Блин. Поэтому не ждите, что я пройду весь замок на все 100%. Хоть эту игру я обожаю, но я не настолько в нее задротил, чтобы все знать. Так, стоп, по-моему, нам не сюда. А, не, сюда. Просто здесь, как бы, можно попасть в две части локации. Чтобы попасть... В общем, ну, сами все увидите на месте. Продемонстрирую. В общем, сюда мы не могли попасть, потому что не допрыгивали, даже с двойным прыжком. А также можно пройти здесь внизу, но для этого нам нужна способность ходить под водой. Но нам явно сюда. Так, насколько я помню, в этой местности будет у нас босс Смерть. Или нет? Так, я не помню, какой здесь босс. Ладно, это уже довольно банально для моих... Для моего прохождения по Кастельвании, я не помню вообще ничего. Так, опять эти бесы, так уже мощнее. Не просто мелкие бесы, а уже полноценные. Эх, не смог допрыгнуть. А, я вспомнил. Здесь будет что-то вроде головоломки. В общем... Вот, можете заметить, то, что у нас персонаж находится вообще непонятно где, хотя... Вот если мы зайдем обратно, то мы будем вот здесь. То есть, у нас получается телепортировать куда-то. И, в общем, нам нужно... Я точно не знаю, то ли это просто так устроено, то ли это головоломка. Я... Хоть несколько раз проходил ее, я не понял, в чем смысл всего этого. Так...
ему уже намного меньше урона наносится. Хотя смысла в этом большого и нет, можно было бы идти сверху. Тут плюс еще деньги лежат. Это я помню. Хоть что-то помню я. Так, тут у нас еще один новый враг. Демонстрировать его, конечно, я не буду. Вот, мы уже можем посмотреть, мы уже находимся в другой части замка, и непонятно, как это все работает. Почему нас телепортируют куда-то? Что не так с этим местом? Но мы будем продолжать идти. Но тем не менее, мы можем пока собрать деньги. А мы уже собрали 1500. А всего у нас целых 5000. Так, вот куда-то мы переходим. Да-да, вспомнил, да, будет... будет смерть, босс. Он довольно сложный. Итак, мы снова встретились. Рад видеть тебя в добром здравии. Я тоже рад. Да. Мне нужно у тебя кое-что узнать. Конечно, спрашивай. Кое-кто мне сказал, что ты хочешь унаследовать силу Дракулы. Думаю, это та девица из церкви сказала тебе. Это ведь неправда? Термин «унаследовать» здесь не подходит. Тогда это правда. Я родился в день смерти Дракулы. То есть это означает, что я и есть Дракула. Этого не может быть. Ты был так добр и дружелюбен. Это потому, что я не посчитал тебя угрозой для моей миссии. Но, как говорится, ты далеко зашел. Я чувствую в тебе силу. Скажи мне, какая сила в тебе проснулась? Сила повелевать. Что? Глупый мальчишка, это невозможно. Ну да. Я больше не могу здесь оставаться. Мне нужно добраться до трона. Тебя зовут Сома? Да, Сома, ты не прав. Я не позволю тебе повелевать. Блин, что это было? В общем, мы уже здесь окончательно узнали то, что все-таки он у нас злодей. Так, тут довольно сложновато будет, потому что можно нарваться на вот такие штуки. И поэтому нужно быть осторожным. Это чем-то напоминает мне Мегамена, когда один неосторожный шаг становится... Ой, вау, это было близко. Вы сами все видели. Блин. Так, нужно юзать. Но у меня почти ничего нету. Эх. Не хочется, но надо. Действительно, реально не хочется, потому что рядом сохранение где-то. Так, осторожно. Кому я говорю? О. Так, тут у нас... А, не, она не убивает. А я думал, то, что она убивает. То есть, сразу вступила, и все, вся жизнь сливается. Ну нет, мне повезло. Сома, привет! О, Йоко, я только что видел Грэхэма. Правда? Куда он пошел? Он спешил добраться до трона. Как я и думал, в тронном зале есть что-то важное. Извини, Йоко. Что случилось? Он оказался не тем, кем я думал. Ладно. Он был добр со мной, только потому, что я не видел во мне силы. Понятно.
Но когда я рассказал ему о своей силе, его отношение резко переменилось. Ну, он думает, что все в этом замке принадлежит ему. И это причина? Ну, тогда же лучше. Почему? То, что в тебе он увидел врага, делает тебя моим соратником. Да? Что, ты не хочешь быть на моей стороне? Нет, я не хотел это сказать. Так весело дразнить тебя. Но сейчас не время дурачиться. Твое присутствие наводит на грех и панику. Это наш шанс. Что еще за шанс? Со своим изворотливым умом до сих пор он уходил от нас. Я не думаю, что кому-нибудь довелось видеть его в панике раньше. Я понял. Сложившиеся обстоятельства заставят его пойти этим путем. Именно так. Это отличная возможность поймать его. Ну, мне нужно идти. Увидимся. Ну, мы в принципе уже близки к этому боссу. К смерти. Возможно, на нем будет моя первая смерть. Потому что я... не знаю, у него сложная тактика против него. Потому что он... В общем, все его суть... Вся суть этого босса находится в косе. То есть первая стадия, она легкая. Нужно просто уклоняться от летающих кос со всех сторон и бить головную косу. А потом уже будет происходить кое-что немного другое. Ну ты... Блин... Да пф... И ты еще эту... Чё она такая толстая? Блин, я хотел... Вообще-то... Ё-моё! Да, уже пошла полная жесть, эти... Головы медуз, это тоже полная жесть. Наверное, эти головы медуз одни из самых ненавистных врагов в серии Castlevania. А вот мы уже стоим, в принципе, у врат босса. Главное выжить. Железный жилет. Так, у меня вообще что есть? Железный жилет, в принципе, нормально. Ну, блин, вот в этом и проблема. Нужно допрыгнуть туда, убивать их просто невозможно нормально. Ненавижу это место. Ну, давай. Да, получилось. Блин. Сейчас будет вдвойне сложнее, потому что мне нечем пополняться. И придется вас первый раз убивать. С первого раза. Блин. Ну, уже видно сразу, что я сольюсь. Потому что отсюда косы, оттуда косы. Хотя не нужно забывать про способности мои. Это при том, что первая стадия легкая, самая легкая, по сути, всем. Либо две, либо три, я уже помню. Так, он что-то делает. Вау. Да, блин. Да, блин, что ж не так?
он снова это делает. Тоже безысходность у нас. Что у нас есть вообще? Ничего хорошего. Опять он свое. Нет! Он ведь этого и добивался. Вен. Все-таки добрался. Ненавижу этого босса. А, ё-моё. Ну тут вообще уже без шансов меня. Так, это было близко. Все. Мой первый слив. Вот никогда не умел против него драться. Он меня всегда вызывал сложности. Так, я, скорее всего, буду большую часть времени молчать, потому что мне нужно сосредоточиться на этом боссе. А возможно, ускорю это при монтаже. Да вы шутите? Во! Кажется, у меня есть нормальная хилка. Может быть, не все потеряно еще. А вот теперь по... О, ладно. Могло быть и хуже. Так, теперь самая сложная часть. Вот как мне от этого уворачиваться?
Хотя я уже вроде знаю. Блин. Во, да, да. Отлично. Я уже придумал тактику против этого. И слился. Сложный босс. Я просто его ненавижу вообще. Мне долго первая стадия, вторая сложная. Еще эти косы все время летают и мешаются. Или может другое оружие взять? Молот, например. Может пробовать.
Блин, еще проблема в том, что кнопки не всегда нажимать, когда нужно. Я не знаю, то ли это игра такая, то ли у меня геймпад такой. Он не всегда нажимает то, что я хочу. Я хочу прыгнуть и ударить одновременно. Но нет, он только либо делает одно, либо другое. Чё он сейчас не прыгнул? Ну блин, ну чё он... Ну куда он? Я вообще не туда нажимал. Вот снова. В общем... Я знаю, что сделаю. Я перейду сразу. Не буду вас мучить моим нубством. При монтаже я сделал... Перемотаю, чтобы сразу победа была. Наконец-то я его прошел. Я, знаете, решил сделать, знаете, что еще? Я сделал даже нарезку из этих смертей, там у меня, не знаю, смертей 10, наверное, где-то было. Это полная жизнь, я задолбался его проходить. Он реально сложный. Не, на самом деле, вторая стадия, она оказалась не такой сложной. Вся проблема в том, что он наносит много урона. Но если знать тактику против него, то в принципе можно справиться. Вот как раз я на ходу ее и узнал. Это полная жесть. Ладно. На сегодня с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.